Началась история гениального спидкупера в трамвае. Максим увидел кубик Рубик у незнакомца, игрушка заинтересовала. Зашел в магазин и купил. Первый кубик собирал 2 недели. Теперь Максим Чечнев собирает все стороны за 16 секунд. Традиционная игрушка многих детей кардинально изменила жизнь Максима. Не было бы сейчас того, что есть. То есть я бы сейчас не работал с детьми, я бы не нашел бы работу себе нормальную, я бы не ездил, не выступал бы по всему миру, я бы не познакомился с девушкой, если бы не кубик. Потому что, когда кубик в руках, вообще с людьми очень просто знакомиться. Они сами подходят, и лишних слов даже говорить не надо. Общение инструктора по логике с детьми – это особенный мир. Понимают друг друга с полуслова. Максим разработал свою методику обучения. 9 этапов дети проходят, играя. Педагог объясняет все не классическими терминами, а рассказывает истории. В этом уникальность методики. Я говорю, теперь вы не видите кубик. Вместо кубика вы видите 3-этажное здание. На крыше 3-этажного здания находится красная вертолетная площадка. Наклонять мы его не имеем права здания, иначе вертолет упадет, здание разрушится, жители погибнут. Дети не отходят от инструктора ни на шаг, не отпускают ни на минуту, задают 1 000 000 вопросов. Максим Чечнев – любимый педагог. Его занятия никто не пропускает. Максим умеет сам и учит детей, как собирать кубик закрытыми глазами. Раскрывает все секреты. Он постоянно с детьми, его даже отвлечь невозможно. Он на ужин даже всегда опаздывает. А то иногда и забывает пойти на завтрак. Его дети не дают, они его оккупируют, и он облепленный. Ходит и даже кушать забывает. Юных спидкуперов видно сразу. В руках каждого кубик Рубик. Каждый новый освоенный уровень – долгожданная победа и еще один шаг к мечте. Мне очень понравилось, меня начало тянуть к нему. Я не могу теперь выпустить из рук. Дети, которые никогда не занимались кубиком Рубиком, начинают легко разгадывать головоломки. Своих учеников Максим Чечнев награждает специальными браслетами. Увидел в первой смене, как все собирают кубики, и мне тоже захотелось всякие, например, вот такую вот головоломку собирать. Там остальные головоломки. Но хотелось, чтобы браслет получить. Браслет – отличительный знак тех, кто собирает кубик Рубик. Разноцветная игрушка – не просто увлекательная головоломка. Отличный тренажер логики, памяти, сообразительности и мышления. Максим очень веселый. С ним никогда не бывает скучно. Что не понимаешь, он тебе все расскажет. Я хочу в школе своей сделать кружок по кубику Рубик. Я буду учить своих одноклассников и соседов из других классов. Максим Чечнев – кумир для детей. Пока они стремятся повторить и превзойти умения мастера, сам Максим продолжает совершенствовать свои способности. Собирает кубик под водой с закрытыми глазами. И это лишь малая часть его таланта. Картины из кубиков – еще одно увлечение Максима. В планах участие в мировых конкурсах.